Все, записываем видео. Мы находимся в Waves. Это The Wave. Европейский район в Маскате. Европейский район в Маскате. В основном европейский. Ну тут как бы стоимость апартаментов такая хорошая. Иностранцы. Смотри, как красиво. Прям очень красиво. Детская площадка. Детей, правда, нет. Все спят. Сейчас жарко, жарко. Фу, 29 февраля, на улице плюс 35. Оль, мы тут не пройдем. Пойдем. Что-то по такому газону даже ходить как-то жалко. Они там стройка, видишь? Здесь раньше был проход, ты помнишь? Да мы не тут, кажется, ходили. Пошли. Нет, здесь посмотри. Мы немного левее. Сейчас это опять отток воды небольшой. Видишь, здесь есть отгранья. Они тут просто взяли. Almoji community beach. There is no lifeguard on duty. Swim at your own risk. В общем, написано, что здесь нету охраны, спасателей, так что купайтесь. Так сказать, на свой страх и риск написано. Такое вот. Единственное место в Маскате, где можно увидеть здесь. Не, ну все равно сейчас больше воды, чем было тогда. Больше. Ну видишь? Да. Чаек сидит. Вообще. На тех камнях, где мы. Камни стали белыми. Чайки окрасили. Стройка идет капитально. Можешь сейчас с тобой барбекю? О, отлично. Вот тут можно сесть прям. Да вот тут, да, Оль, 850 евро стоит комнатка. Ой, квартирка маленькая. А, не евро, оманских реалов. Ой, оманских реалов. Это значит больше. Это еще больше. 850 долларов. Это значит примерно 1000, где-то 2000 долларов. В месяц. Это двухкомнатная квартира. То есть примерно 140 тысяч рублей. 2000, да. Это в центре Москвы. 140 тысяч. Ну вот такое тут дешевое жилье, всего 2000 долларов в месяц снимать. Приезжайте, отдыхайте. Очень доступное жилье. Все?